И к другим темам. 6 декабря в немецком городке Бремен пройдет чемпионат мира среди команд Formation. Тюмень и Россию там будет представлять титулованная Вера. Некогда чемпионы планеты. В прошлом году по латиноамериканской программе они взяли серебро, уступив немцев. К важным соревнованиям наши спортсмены готовились в олимпийской ребячке. Один день с чемпионами провела Анастасия Лизаревич. Макароны с курицей, мясной суп и салат с огурцами. У чемпионов России особое меню. Хотя титулованные спортсмены мечтают о другом. Мы очень любим стейки. Стейки и немецкие сосиски. Это просто самое вкусное, на мой взгляд, пища. И возможность насладиться баварской кухней Василию Кашкарову представится. 6 декабря Formation Вера выступит на чемпионате мира в Бремене. Каблучки они наденут позже. Сейчас главное – удобство. В день по 3 тренировки. Вот уже 2 недели танцоры на особом спортивном режиме. Подъем в 12 дня, отбой в 4 ночи. Ведь здесь, под Тюменью, жизнь течет для них по немецкому времени. Биологические часы перевели, чтобы на европейском паркете не заснуть. Часовой пояс другой. Разница в 4 часа. Это весомая разница, с учетом, что в регламенте проведения чемпионатов финалы стоят по местному времени в районе 23:00. Эти кадры с последнего чемпионата. С композицией «Ю» ребята выступают второй год. Именно эта постановка принесла тюменцам серебро на Европе и мире. Однако композицию совершенствуют снова и снова. Ритмы нирваны сменяют Африка Симона и Тен Шарп. 6 минут синхронных движений – это винегрет Джаева, румба и ча-ча-ча. 14 хитов музыкальных треков помогли соединить музыканты из оркестра «Золотая труба». В этом сезоне в композицию добавились и новые трюки. Кто знает нашу постановку уже, они увидели и сказали: «Вау, это вообще что-то новое, это что-то другое, это другая постановка». Хотя изменились только танцевальные кусочки. Изменения и в составе сборной. Эта поездка в Германию станет последней для Сабины Самигулиной. Она танцевала в Вере 12 лет и официально объявила о завершении карьеры. Но в коллективе свежая кровь. София Лебедева и Мария Кузнецова пришли из запаса, а Никита Губайдулин по спецприглашению приехал из Башкирии. И уже прошел боевое крещение на чемпионате мира по стандарту. Я вообще не имел понятия, что такое Formation. Увидел. Вот это постоянно поголовное равнение, все одинаковые движения делают. Для меня что-то новое было. Чтобы быть загорелыми, мы мажемся вот такой штукой. У ребят всего пара часов на сбор чемоданов. Впереди долгий перелет и немецкие сосиски. А дома их ждут только с победой. Анастасия Лизаревич, Алексей Красных, «Тюменское время».